Начинаем эту часть на 19-м ладу, на второй струне. Потом идем на 21-й лад, на первой струне. И делаем бенд в полтона. И возвращаемся назад. Потом переходим на 14-й лад, тоже на первый. То есть делаем бенд и опускаем его, то есть без звука. В принципе, можно сделать и, но на записи именно пребенд. То есть мы делаем бенд полтона, потом пулов с 14 на 12, тоже на 1, потом идем на 15 лад, на второй, и снова на 12. Потом идет серия пулофов, 15, 14 и 12. И заканчиваем слайдом к 17 ладу. В принципе, не важно откуда. Главное доехать до 17. И в конце 14 ла. То есть. Следующая часть начинаем на 9-м ладу, почти так же, как и предыдущая, только уже делаем тоже в полтона бенд, только делаем два раза. Потом также опускаемся вниз, то есть у нас будет 9-й, пулов на 7-й, потом также делаем вверх. 10-й лад у нас будет здесь. Потом возвращаемся вниз на 7-й. То есть на 1-й. А здесь был на 2-й. Потом идем все пулофами. Вообще весь лик на пулофах и хэмерон. Легато, в общем. То есть тут у нас идет 10-й, 8-й и 7-й. Потом идем девятый, 7-й. Все на третьей струне. То есть мы делаем пулов, потом слайд и хэмеронами. Доезжаем до 9-го лада и останавливаемся. Потом идем. То есть вот мы здесь остановились и без удара опускаем. Идем на 7-й, 6-й и слайд к 4-му. То есть
также едем снова назад, четвертый, и потом вперед. И снова останавливаемся, только уже на седьмом. На седьмом надо. То есть. Дальше идем. Также. Вот мы остановились. Идет у нас шестой. Также шестой, четвертый на третьей стороне и поднимаемся на четвертую сторону. Четвертый. Потом седьмой лад на четвертой стороне и четвертый лад снова на третьей. Потом снова вверх идем. Седьмой. Пятый. Четвертый. И снова назад идем. То есть. И потом снова поднимаемся вверх. Также седьмой, пятый, четвертый. И заканчиваем. Снова седьмой, пятый, четвертый. Только уже на пятой стороне. То есть конец у нас будет на четвертом ладу. То есть весь лик медленно. Следующая часть начинается с флажолета искусственного. То есть мы делаем флажолет и делаем бенд вниз, то есть не вверх. Можно вверх, но делаем его вниз и назад возвращаем. Флажолет делать я уже объяснял как в некоторых видео. То есть мы ударяем медиатором и касаемся вот этой части пальца струны и быстро отпускаем. Потому что если мы останемся там, мы заглушим. То есть мы должны ударить и быстро коснуться. Поэтому чуть-чуть ближе. Делаем этот флажолет. И потом у нас идет начинаем с седьмого лада. Седьмой лад на четвертой. Потом делаем хамероном на девятый лад, тоже на четвертый. Потом опускаемся вниз. Тут у нас идет шестой лад, седьмой и снова девятый. То есть потом снова вниз, еще одну сторону ниже, уже на вторую. Тут у нас будет седьмой, восьмой и десятый. И снова ниже.
7, 9 и 10. И вот когда дошли до 10, идем назад. Те же самые ноты. Десятый на второй стороне, восьмой и седьмой. И заканчиваем, когда мы останавливаемся на седьмом, ударяем восьмой лад и делаем слайд к одиннадцатому ладу на второй стороне. То есть это все хамеронами, пулофами. Следующая маленькая часть. Начинаем с слайда к 12 ладу на второй стороне. В принципе, слайд не важно откуда взять. Где-нибудь середина грифа. Можно и ближе. 12 лад. Потом идем на 14 лад на первый. И делаем бенд. Да. То есть ударяем 12. Слайд сделали, еще раз ударили. Делаем бенд в полтона. Возвращаемся. И дальше делаем. То есть суть в чем? Тут у нас будет 11 лад на 12 ладу. Мы должны сделать слайд не такой, а обратный. Тоже, в принципе, не важно откуда. Где-нибудь с 15-го, можно с 16-го лада. Главное доехать до 11-го лада, но на третьей струне. И потом то же самое мы делаем на октаву ниже. То есть у нас будет то же самое два раза. Следующая тоже маленькая часть. Начинаем с бенда на 14 ладу на второй стороне. Также бенд. И возвращаемся назад. Потом идем на 12 лад. Тоже на второй. Потом можно сделать. А можно и не задевать 12 лад. Просто 14. Также полтона. Потом идем на 12 лад. Тоже на первый. Потом 11. Двенадцатый, одиннадцатый на первый, двенадцатый тоже на первый. Потом слайд, можно сделать слайд к 14 лад на второй стороне. Двенадцатый и одиннадцатый. И заканчиваем.
Так, эта часть у нас начинается с 12 лада, вторая струна, потом идем 11 лад на первый, потом 12 и идем к 14 слайд, потом с 14 идем на 16 и назад. 12. То есть это то же самое, что и было в начале. Только на октаву выше. Потом идем. Вторая струна, слайд к 14 ладу, с 12. Потом делаем слайд к 12 ладу. С 14 назад. И снова на 14. Потом ударяем 16. И делаем бенд в полтона. Сделали этот бенд. Назад возвращаемся. Потом 14 лад на второй. И заканчиваем лик на 11 ладу. На третий уже. То есть весь лик вместе. Следующий, тоже маленький лик. Начинаем там, где и закончили, на 11 ладу, на третьей струне. Только теперь два удара у нас будут глушены. Мы заглушили этой частью ладони у бриджа. И делаем два раза ударили, потом идем на 12 лад на второй струне и снова два раза ударяем на 11 ладу. Потом делаем слайд к 14 ладу и снова слайд уже к 16 от 14. И от 16 идем снова назад. И последняя часть. То есть у нас здесь 11 лад на первый. Делаем отрывисто. 12 лад. Потом 14. Потом делаем слайд с
14 на 16. Потом возвращаемся. Можно сделать пулов. А можно слайд. С 16 на 14, потом 12, 11, тоже на 1 и заканчиваем. Слайд с 12 на 14 и на 12 с 14.